Следующий наш гость. Поэт, сатирик и писатель. Дважды лауреат конкурса «Заблудившийся трамвай». Обладатель премии «Золотое перо Руси». Популярный блогер, известный своим остроумием и эрудицией. Встречайте, наш дорогой гость из Бостона, Александр Габриэль. Здравствуйте еще раз. Какой я к черту сатирик? Я не знаю. Гриша, ты что? Я вчера прочитал два стихотворения, сегодня прочитаю два стихотворения. Собственно, между разлукой и прощанием всегда такое маленькое время, как в жизни буквально. Вот Кирилл замечательно пел в его песне про прорванную трубу, начиналось со сна. Вот к чему ведут неудачные сны, вообще говоря. То есть у меня немножко альтернатива, потому что проблема у меня совершенно в другом. Поэтому, видимо, и трубы прорывают достаточно редко. Не снятся мне ни Минск, ни Рим, ни Ницца, ни Царское село, ни Тюильри. Мне совершенно ничего не снится. Мне ничего не снится, хоть умри. Не снятся мне враги, друзья, соседи, локальные бои добра и зла. Не снятся мне закаты цвета меди, с восходами такие же дела. Не снится запах докторской и рома, в дому отцовском кухня да чулан. Совсем не снится рокот космодрома, зеленая трава и прочий план. Не снятся папарацци мне и нации, не зрю во сне работу и родню. Мне совершенно женщины не снятся, ей-богу, ни одетые, ни ню. Ни пьянка, ни служение отчизне не снятся ни подробно, ни слегка. И если сон есть отражение жизни, то, видно, жизни не было пока. Последний тост. Мадам, когда мы встретимся опять, коль в этом нам поможет Божья воля, на пару предлагаю нам принять немаленькую дозу алкоголя. Любви у нас не вышло, ну и что? Зато есть водка, пиво, мысли и живость. Мы выпьем 100 и 100 и снова 100 за все, что не сбылось и не сложилось, смахнув с ресниц случайную слезу. От грустных мыслей, не впадая в кому, я свой последний тост произнесу, придуманную по случаю такому, и собственной довольной глубиной скажу я незатертыми словами: за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. Слова растают в воздухе, как дым, и канут, как кирпич, на дно колодца. Мне нравится, что можно быть смешным. И мне все чаще это удается. Спасибо вам. Александр Габриэль, спасибо, Саша, что посетил нас. Надеемся, что это будет уже на регулярной основе.